Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня швейный мастер-класс, есть у меня девчонки, которые шьют, я надеюсь, они со мной еще остались. Но даже те вязальщицы, у которых нет машинки, но они умеют держать в руках ножницы и иглу с ниткой, вполне справятся с этой повязкой. Вот такая вот сегодня у нас повязка. Сейчас будет виднее, я буду делать однотонную, это я сделала цветную. Так, для повязки нам нужна ткань вискоза, 90% вискоза, 10% эластан. Может варьироваться, может быть 92%, но вискоза с эластаном. Начнем с того, что очень тянущаяся тканюшка. Я взяла вот таких вот два цвета, чтобы она была веселее. Вы можете взять однотонные. Ну, это на ваше усмотрение. Однотонные, цветочки, листочки, двухцветные, как хотите. Нам нужно два куска ткани. Длина 50 сантиметров, ширина 20 сантиметров. Вот, выкраиваем такие два куска, складываем лицевой стороной вовнутрь. Вот такие две полоски. Сшивать мы будем эластичным швом зигзагом, элементарным на машинке зигзаг. Если вы сошьете это вручную иглой, просто не затягивайте. Сделайте так, чтобы у вас шов был эластичным, то есть чтобы он... Так, вот он наш шов, девчонки. Видите, он должен тянуться. Теперь мы просто вот эти полоски выворачиваем сшитые. Так, теперь поступаем таким вот образом. Одну перегибаем. Вот сейчас повторяйте все точно за мной. Вторую. Продеваем. Так раскладываем, чтобы у нас здесь и здесь был шов. Теперь эти две складываем к себе лицевыми сторонами уже без шва. Вот они, вот так вот. Смотрите, проверяйте, чтобы у вас было все так же. И эти лицевыми сторонами вовнутрь, снаружи оставляем шов и шов. Вот. Здесь мы прошиваем ровным стежком и здесь прошиваем ровным. Так, вот они сшиты. Видите, я здесь даже не разрезала. Теперь, видите, вот тут важно его не перепутать. Ну, если вы так сложите, как я показывала, и прибулавите его вот так вот, уже не будете дергать, просто сошьете, ничего не случится. Теперь мы делаем следующее. Вот так берем, раздвигаем этот шов. Второй перекладываем, раскладываем и сопоставляем с этим, со вторым. Вот таким вот образом. Здесь у меня совпадает по цвету, вот почему я взяла двухцветный, чтобы вам было понятнее. И здесь совпадают, да? Я сложила швом ко шву. Теперь мне нужно здесь зафиксировать. То есть здесь я прямо в шов прокладываю строчку. Так, все, пришила я здесь. То есть оно у нас зафиксировано. Вот таким вот образом это выглядит сейчас. Здесь нам осталось убрать эти уплотнения. Я выворачиваю и срезаю это все лишнее, чтобы у нас там не было. И второе. Наша повязка, девчонки, готова. Вот так вот она выглядит. Стильненько. Стильно, удобно, красиво, быстро, дешево. Вот так я вам скажу.
Вот она, мои хорошие, смотрите, все. А я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.